Друзья, помогайте. В погоне за большими заказами я совсем перестал выкладывать видео на YouTube. Ограничивался шортами, или как они там называются, шорты в YouTube. И какое-то время он меня вроде стал двигать, но, блин, сейчас он меня опять перестал куда-то двигать. Помогите лайками, подписками, комментариями. Нужно возвращать доверие YouTube ко мне, пока YouTube не закрыли. А не, заглянул сейчас в статистику, все нормально. 10 числа я выкладывал, это не YouTube меня пессимизирует, это просто ролики неинтересные. Так, время 7 часов, вернее уже почти 7:30. Сделаю небольшой обзор заказов, которые буду делать на этой неделе. И почапаю домой. Сегодня постараюсь поспать. Так, первый заказ, самый увлекательный. Оба! Джинсы. На джинсах нужно сделать красивую надпись. Вышивка во весь жопа. Из 4 букв. Когда-то прочитал книгу «Съешь лягушку». Вот, это лягушка этой недели. Самый увлекательный и самый сложный заказ. Намучаюсь я с ним. Швы, джинса. Огонь! И хоть джинсы-то. Ёбушки-воробушки. О-оу. Дальше. Мешок Деда Мороза. Ох, блин, тяжелый. Wildberries. Это полотенчики для детей-каратистов или каратистов-детей. Короче, если я их не успею сделать или сделаю плохо, то 34 пары детских ножек запинают меня насмерть. Сюда нужно будет карате написать, и 27, по-моему, из них будут именными. То есть все разные имена еще под карате. Планирую до конца недели сдать его. Хотел сегодня макетик накидать, но я полдня последних занимался макетом для джинсов и на полотенце мне не хватило. В принципе, тут недолго. Единственное, что долго будет, это каждое имя отдельно прописывать, потому что оно должно быть определенным шрифтом. Сколько здесь? 34 полотенец всего в заказе. 27 из них именные, 7 просто с коротой. Дальше что у нас? О, вот еще две коробки. А в коробках разнообразная продукция. Это и поло, и халатики должны быть. Еще не разбирал, не смотрел. Здесь тоже увлекательная задача будет. Половина заказа нужно будет подпарывать кармашки и на кармашках сделать вышивки, а потом пришить обратно. У Татьяны будет много работы. И у меня тоже. Я еще не делал макеты. В совокупности здесь заказов на 40 тысяч где-то.
Хотелось бы закрыть их все до конца недели, чтобы следующую неделю уже начать набирать новые. Но пока я подустал, потому что первую половину недели я занимался делами производства. Вчера и сегодня я занимался тоже делами... вчера еще, долго сидел, монтировал ролик. Надеюсь, понравился вам про 10 минусов бразера. В общем, я устал, я мухожук. Сегодня отшили, наконец, подарок Анне Борисовне. А еще бомбические футболки. Оверсайз, унисекс. Все в тренде. Зацените отделочку. А? На Валдрис такого не найдешь. Рукавчики. А строчечка четенькая. Как себе делал? Ну, я на самом деле себе и делал. Поэтому так все офигенно. Но если кому надо, пишите в личку. Футболки по 1200 могу продавать. Срок изготовления до 10 штук. Где-то 2-3 дня. Но это прям в режиме огонь. Лучше неделю закладывайте. Потому что есть еще другие заказы, которые... Швея тоже выполняет. И можем не успеть, если будет какое-то наслоение. Оно будет, потому что люди не организованы по своей природе. Все тянут. Потом в один день все согласовывают и в режиме горячок фигачит. Потом, что еще мы сегодня нашили? Вот такие бомбические... худи. И сегодня родился бренд. Я не знаю, буду ли я его продавать на Wildberries или не буду. Я, короче, написал сегодня... Меня видно вообще? Не видно? Я сегодня написал чуваку, который ведет канал по... продвижение на маркетплейсах, который ведет курсы. Ну, наверное, наверняка его все знают. Не буду рекламировать, чтобы меня не заподозрили в коллаборации с ним. Короче, ни хрена мне не ответил. Не хочет он себе меня брать в свое шоу. Я ему предложил, давай, ты вот там показываешь людей, которых ты якобы с нуля до 100 тысяч выводишь на маркетплейсе, и вот там про успешный успех у него реалити, вот он новый поток запускает, говорит, давайте, пишите. Я написал, говорю, давай, ты снимаешь со своей позиции, я снимаю со своей позиции. Без договоров и неразглашения, вот как есть, так и снимаем. Ты снимаешь, как ты видишь ситуацию, я снимаю, как я вижу ситуацию. И потом сравним результаты, как ты увидел свой результат, к которому ты меня привел, и как я вижу этот результат, и посчитаем денежки. А то, вы все показываете успешный успех. А у меня что-то цифры не сходятся. Обидно. В общем, худи. Худи я готов продавать не меньше, чем за 3500. Это минимум. Прибыль моя будет 50%. Ну, то есть 100% получается. Вот там 3500 худи, это значит 1750 себе со всеми расходами, и 1750 моя прибыль. На Wildberries я столько не заработаю. По моим подсчетам, на Wildberries таких изделий зарабатывают рублей 250-300 после уплаты налогов. Заниматься этой галиматью мне не хочется за 300 рублей. И я не хочу гонять свою швею в режиме узбека, чтобы эти 300 рублей заработать.
танцы. Ну, шмотки офигенные на самом деле. Я за одни лекалы только отдал 7000, по-моему. Бюллерс чётенькие. Вышивка в темноте светится. Не получилось снять светящуюся вышивку. Не позволяет камера. Но она реально светится. Заказывайте. Штаны тоже 3,5. То есть костюмчик, комплектик можно за 7. Ладно, со скидкой 6900. Если комплектом заказываете. Бренд Supermom. Захватим мир нашим брендом. Нет, это премиальный бренд. Вот. Новый премиальный бренд. Держись, Дольче Габбана. Закончились твои дни. Thank you.
от жадности придумал новую технологию ушивания. Вот эти дырочки, это на этих местах находились кармашки. Я их теперь вообще не приклеиваю, а просто раскладываю, а потом отрываю. Одной рукой. Так, выбираем дизайна. Сканируем. Теперь размещаем в нужной точке. Окончание вышивания. Выбираем нитку. Погнали.